был Опетин еще с документами взять. Документы. Трофейная техника. Казак. Бронемашина. Смотрите. Бронеколеса, которые могут на сдутых шинах двигаться. Все двигается. Десантный отсек на трех человек. Подставка для пулеметчика. БТР украинский. Вот еще. Буцефал. Я не знаю. Завод КРАС, пожалуйста, делают. Вот вам. Вот БТР. Техника вся новая. Посмотрите. Очиститель воздуха. Десантный отсек. Все есть. Удобные места для стрелков. Все показано, как открывается для тупых. Интересно. А вот здесь колесо выдерживает подрыв двух противотанковых мин и едет дальше ТМ. Буцефал. Коробка автомат, подкачивающиеся сиденья, чтобы удобно было попке водителя и командира. Вот, ну и хочу сказать, здесь все изнутри крутится. Вот так место водителя. Аптечка. Сейчас внутренности покажу. Получается, вот место оператора. Там командир с водителем. А здесь 7 десантников. Вообще все похоже на офис. Да мы это не хуже делаем, мы можем делать и лучше. Но просто речь о том, что уважение к противнику и конкуренция боевая, она ускоряет, катализирует процесс наших движений к успеху. Чем сложнее у противника, мы должны лучше делать. И делаем лучше.